HDR10 плюс видео. Пример видео с расширенным динамическим диапазоном. Варю пельмени вот сейчас. Оцените, как вам контрастность, яркость видео в HDR10 плюс контенте. На YouTube, скорее всего, он будет поддерживаться. То есть будет работать, если у вас есть монитор с поддержкой HDR10 технологии, то вы можете насладиться этим качеством. Вот. Вот так вот стабилизация работает довольно-таки хорошо. Неплохо, можно сказать. На всех камерах, причем HDR10 здесь поддерживается. Даже на ультраширике. Несмотря на то, что это самая 12-мегапиксельная камера, самая слабенькая. Ну, относительно. А вот 10-кратный зум, вот так вот. Кстати, фото делать нельзя почему-то в этом режиме. Ну ладно, ничего страшного. Может быть, попозже добавят с прошивками, следующими обновлениями.